58 учащихся школ Брестской области отмечены дипломами 3 степеней за победу в заключительном этапе Республиканской предметной олимпиады. Для области это молодое поколение школьников, надежда на будущее и главное богатство. Это для нас дорогого стоит, потому что мы видим, как развивается наша страна, мы видим, как развивается наш первый регион, наша Брестская область. Строятся новые микрорайоны, строятся детские сады, спортивные площадки, спорткомплексы, открываются новые промышленные предприятия, выпускается инновационная продукция. Это прежде всего заслуга, конечно же, родителей наших ребят. И ребята должны стать достойными наследниками старшего поколения, поэтому им поддержка со стороны государства. Денежная премия, учрежденная Брестским облсполкомом, а также возможность поступления в ВУЗ без экзаменов. 25 победителей заключительного этапа уже могут быть зачислены в любой университет нашей страны, в котором профильным предметом является предмет, по которому стал выпускник этого года победителем заключительного этапа. Учителя, подготовившие ребят к победам, уверены, результат достигается трудом и педагогов, и родителей, и самих учеников, отдающих себя любимому предмету. Успех детей в первую очередь зависит от их целеустремленности и трудолюбия. Поэтому не только труд учителя, это наш совместный труд, победа на республиканской, на заключительном этапе республиканской олимпиады. Я горжусь своими учащимися, они огромные молодцы. Я давно интересуюсь химией, и это для меня очень интересный предмет с детства. Мой отец тоже учил химию в школе, поэтому это тоже, можно сказать, повлияло на выбор предмета. Ну и в целом я очень люблю естественные науки. Химия мне очень понравилась. Сразу же с 7 класса мы начали изучать. Мне нравится смотреть какие-то интересные видеоролики, связанные с химией. И я считаю, это такой важный предмет в нашей жизни. И хочу, конечно же, связать свою дальнейшую жизнь тоже с химией. Уровни подготовки у ребят достаточно высокие. Отдельные ученики являются неоднократными призерами конкурсов, олимпиад и состязаний среди школьников, в том числе и международного уровня. Здесь должно все сложиться. Это мотивированный ученик, это учитель, который его направляет, и, конечно, родители, которые его поддерживают и понимают дома. И если все эти три фактора сходятся, тогда, конечно же, они достигают очень высоких успехов. Но это, конечно, диплом, это важные вещи. Мои ученики победители и республиканских, и международных олимпиад. Но я ценю в них не медали золотые, серебряные, бронзовые, не дипломы различных степеней на различных олимпиадах, а ценю человеческие качества. Меня с детства привлекала информатика. Смотреть, как какие-то дяди что-то печатают очень быстро в своем компьютере. Это очень вовлекало меня в эту сферу и вообще затянуло меня с головой. Так что я стал победителем многих олимпиад и сейчас стою здесь. Награжденные сегодня выпускники 11 классов совсем скоро станут студентами и будут постигать более сложные аспекты наук. Но важно, чтобы эти ребята остались верны своей стране и по окончании учебы вернулись в родной первый регион.